2-киловаттная проводная воздуходувка для уборки участка и сбора листьев. Сегодня рассмотрим классическую воздуходувку Greenworks GBV-2800 в зеленой расцветке. В комплекте маленькие и крупные раструбы, мешок для сбора листвы и документация. Посмотрим на устройство поближе. Корпус целиком выполнен из пластика ярко-зеленого цвета. Вес чуть более 4 кг. Сверху большая удобная прорезиненная ручка с возможностью хвата двумя руками в разных положениях. Рядом переключатель питания и скорости. Сзади на корпусе дополнительная ручка для хвата, а также короткий кабель питания и держатель шнура. Для подключения к электросети вам потребуется удлинитель, который способен выдерживать нагрузку в 3 кВт. Спереди на корпусе кнопка блокировки трубы воздуходувки. Сюда устанавливается маленький раструб. Внизу на корпусе заслонка пылесоса с функцией мульчера. Сюда крепится труба всасывателя. Большой раструб. Для работы в режиме пылесоса вместо трубы воздуходувки устанавливается комплектный мешок. Обратите внимание, что на мешке имеется наплечный ремень, что позволяет перенести нагрузку с рук на спину. Теперь о технических характеристиках. Воздуходувка питается от электросети напряжением 220 вольт, максимальная потребляемая мощность 2800 ватт. Скорость воздушного потока до 320 км в час. Объем до 14 кубических метров в минуту. Уровень шума при работе 104 дБ. Коэффициент измельчения при работе в режиме пылесоса мульчера 14 к 1. Что имеем в итоге? Это классическая электровоздуходувка, которая работает от сети, имеет регулировку скорости потока воздуха и режим сбора мусора с функцией измельчителя. Благодаря последнему можно не только собрать листву на участке, но и существенно уменьшить объем собранного мусора.